Привет. Приобрели вот такое вот мороженое, черная смородина. Давайте посчитаем, кто производитель. Это, ну, впервые такое вообще пробую. Написано, что мороженое из Карелии. Но мы были в Карелии, что-то я там особо коров не видел. Так, ладно, давайте посмотрим, где произведено. Зао Хлоду Сламмо. В Петрозаводске, в общем, делают. По граммовке это 70 грамм. Ну, давайте, ладно, попробуем, посмотрим, что там за коровы. Так, сразу из минусов. Оно вытекло, оно либо было растаявшее, либо еще что-то с ним не то. Но это минус. Это минус мороженому, оно до сих пор немножко подтаявшее. Почему, я, честно говоря, не понимаю. Давайте по составу, может, там состав какой-то классный. Состав: восстановленное молоко из сухого, обезжиренное молоко, сахар. Т.д. и всякая химия. Ну, потому что, говорю, в Карелии коров особо много нет. Ну, по запаху пахнет больше вафелькой. Давайте попробуем. Ну, довольно-таки приятным. Ну, само мороженое нежное. Может, потому что оно подтаявшее. Упаковка, кстати, такая бумажно-пластиковая, довольно-таки интересная, забавная. Ну, вафелька вообще невкусная. Ну, вафелька мне совсем не понравилась. Вот. Давайте по баллам вообще скажу, что оно из себя представляет. То есть, массовая доля молочного жира 10%, я не знаю, что это значит. А, сливки, то есть 10% сливки, но это очень мало для мороженого. Ну, в общем, по баллам из-за вафли большой минус, потому что невкусно. Само мороженое средненькое, ну, не такое сладкое. Но по баллам бы я поставил за него 7 баллов из 10, потому что все-таки покушать можно, довольно-таки, ну, необычный вкус. Но я думаю, что больше даже на любителя, нежели чем... Но мне особо не зашел, поэтому я оставлю 7 из 10. Это чистая семерочка, покупать иногда можно. Вот так вот, спасибо вам за просмотр, подпишитесь, пока-пока.